Всем привет! Мы находимся в Красногвардейском районе возле Аллеи Памяти. Лавки, улицы, все чисто, везде цветы. 15 апреля 2014 года в парке была заложена Аллея Памяти. Здесь посадили 70 саженцев редкого красного дуба, который подарила городу Санкт-Петербургу Кабардино-Балкария. Интересная композиция. Здесь находится Аллея памяти защитникам Ленинграда, Дара Кабардино-Балкарской республики в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне, установлена в 2014 году. Такая интересная композиция, цветы. Памятник посвящен жителям Красногвардейского района, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане на Северном Кавказе. На этом холме, на этом месте стоял большой пятиэтажный кирпичный дом. Он был снесен между 1986 и 1988 годах. От этого дома осталась большая груда обломков. Убирать и увозить не стали, просто засыпали землей, и получился холм в парке. Успенская церковь. Освящена в честь праздника Успения Богородицы, построена в память о погибших во время блокады Ленинграда. Гром гремит. Сейчас дождь пойдет. Памятник детям Беслана открыт 28 августа 2007 года. В результате захвата террористами школы в городе Беслане, Северной Осетии, 1 сентября 2004 года погибли люди из них, 186 детей. Thank you.
Охтинский проспект 52.